привет моим подписчикам. Сзади меня, иду с работы, сзади меня фабрика, на которой я работаю. Иду домой. Сегодня суббота. Вот, по программе у меня сейчас зайти купить продукты, чтобы хватило аж до понедельника. В воскресенье все закрыто, все продуктовые. Поэтому нужно сделать закупки сегодня. Что у меня по плану? Ну, хлеб я купила, там булочки такие с присыпкой, они вкусные, по 50 грошей. Я их разрезаю пополам, делаю бутерброды очень вкусные. Ну, вообще классные булочки. Наконец-то я определилась с хлебом. А так у меня картошка закончилась. Творог закончился, сметана закончилась, мандарины заканчиваются, тоже немножко осталось. Ну, конечно же, конфетки. Мороженое еще у меня есть. Ну, в общем, пока что все.